Это Lada Vesta SV Cross. Двигатель 1.8, 122 лошадиные силы с роботизированной коробкой передач. Со слов пользователя этого автомобиля, от замены до замены куда-то девается несколько литров масла. Но тем не менее, этот автомобиль существует в природе, а значит, его покупают, продают на вторичном рынке. И давайте вместе посмотрим, за сколько покупают, продают такой автомобиль с пробегом. За последний месяц 5 таких на роботе появилось, 3 уже продано, а 2 все еще в продаже. Кстати, интересный факт, что на механике таких автомобилей появилось 15. За 730 тысяч и 5 дней продали такую Vesta Cross. За 750 и 6 дней продали такую. За 860 и 7 дней продали такую. Как мы видим, день в день ее никто не бежит покупать, но даже на Vesta с роботом с пробегом есть спрос.